Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, работами, а также биографией художников. Эхуэнио Кашес, испанский художник периода барокко. Родился во флорентийской семье в Мадриде в 1574 году. Кашес рисовал в королевских дворцах короля Испании Филиппа II. Женился на дочери опального Хуана Мансана, мастера плотника Эскориала, который погиб при падении с эшафота. Я цитирую данные, которые мне удалось найти в интернете. Администрация короля Филиппа III заказала Кашесу украсить зал для королевских аудиенций в Мадриде, где он нарисовал суд Соломона в склепе. Он был назначен художником короля в августе 1612 года. Большинство его работ было завершено в Мадриде. Вместе с Винченцо Кардуччи он расписал часовню Богоматери дель Саграрио в Толедо. Был награжден 11 тысяч реалами за большое историческое полотно о истории Агамемнона. Ныне оно утрачено. Среди его учеников Луис Фернандес и адвокат Вальпуэста. Кашес выступал против платы, предложенной за распространение алькабалы на художников. Алькабала – это налог, который существовал в Кастилии. В музее Прадо хранится ансамбль картин и рисунков Кашеса, а также в настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо можно увидеть еще его полотно, религиозное произведение «Объятия у золотых ворот». Скончался Эхуэнио Кашес 15 декабря 1634 года. Ну вот так вкратце о испанском художнике периода барокко Эхуэнио Кашес. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.